Добро пожаловать на канал Harder That Info. Это устройство Samsung Watch 3. Сейчас покажу вам, как на этих часиках изменить ваш рабочий стол Watch Face циферблат. Итак, вначале вы можете прокладывать, посмотреть, что у вас тут есть. Возможно, что у вас здесь где-то в конце есть кнопка изменения рабочего пространства. Но у меня либо не повезло, либо я просто в глаза не видел, только на видео у других людей. На самом деле есть другой нормальный способ. Для этого нужно перейти в настройки. И самый первый пункт — это циферблаты часов. Нажимаете выбрать циферблат. И можете выбрать любой из доступных. Например, доступных здесь на самом-то деле очень много, как мне кажется. Мне кажется, что этого более чем достаточно. Если этого недостаточно, тогда нажимаете «Изменить на телефоне», и там их будет еще больше, вы можете их загружать на свой телефон. То есть, например, я могу выбрать вот этот циферблатик и, в принципе, радоваться жизни. Циферблат действительно прикольный, он красивый достаточно, но выглядит немножко странно, но согласитесь, что это за циферблат, где у нас нет, где у нас время не главное, и в принципе больше никаких других данных нет. Поэтому можете нажать и удерживать, и просто, между прочим, изменить циферблат таким простым образом. Например, просто выбрать то, что вам нужно. Ну, давайте какой-то такой циферблат. О, вот, выглядит круто. Смотрите, здесь все сразу: аккумулятор, шаги, погода, время, секунды. Отличный циферблат, мне нравится. Кроме этого, вы можете, опять же говорю, зайти в настройки, выбрать циферблат, дойти до самого края списка. И нажать «Магазин Galaxy». И здесь найти какие-то циферблаты левые, вообще, ну как левые, то есть нестандартные, не самсунговские лично. Да, вот, допустим, какой-то там есть премиум циферблат супер-пупер, давайте пробуем его установить. Установим его. Нажимаем «Применить». Теперь у нас великолепный, совершенно другой, так как разрешим доступ к датчикам, совершенно другой циферблат, который работает точно так же хорошо со всеми нашими датчиками, то есть шаги, сердцебиение, ну, всякое такое. Также он будет хорошо работать с абсолютно всеми. Итак, любой циферблат можно себе установить. Что ж, ребят, спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч!